Это уже вечер, это мы после еды. Здесь кругом написано «Собак запрещено». Собаки запрещено. Из ветеринарных и соображений и соображений полиции написано. А что тут полиция, скажи нам? На. Что, нам 8 часов вечера нельзя в воде походить, что ли? Да, Лиз? Лиз, плавай давай, плавай. Лиз копьет от РЗИ. Это она любит. Да? Тише, а ты боишься? А это очень хорошо плавает Тина, но вот так просто она не плавает. Если у меня Базю может просто зайти и плавать. А это нет, это ей надо обязательно кидать палку или камень. Ой, камень или мячик. Я испачкал новые брюки, кстати. О, кошмар. А что это у меня? А, это вода. Вот пятна, это масляное. Надо сейчас стирать. Надо домой ехать стирать брюки. Такие они летние. Вчера только купила, кстати, специально на эту выставку. Туфельки у меня тоже балерины новые. Геокс такой. На плоской. Сейчас поедем домой и будем смотреть. Какой-нибудь телек включим. Я думаю, это мне на 5 минут, потому что я спать просто хочу очень. Лисичка, ты палочку нашла. Ой, ты моя хорошая. А Лиски, у нее, если режим меняется, у нее сразу аппетит пропадает. Не странно. То она когда дома, вот она гуляет, вот она такая хорошая. Когда мы приезжаем в сад в этот, там она вообще какая-то становится другая. Хотя охраняет она хорошо сад. Лися, ты устал опасный. Сух палочку. Вот палочка твоя. Да? Это? Нет? О, на том берегу вот это ушивалого дом вашего. А вот гора, видите? Сейчас посветлее сделаю. Это называется гора овца. Шафберг. Она похожа на лежащую овцу. Ну да. Сейчас просто ветер. И ветер тоже немножко. Вечер. Но вы знаете, что это озеро. В прошлом году я показывала уже там. Видосы есть. Неимоверно голубого цвета. Киргиз. Морской цвет морской волны. Но завтра будет видно. Сейчас уже вот 8:30. Аж как отсюда хорошо эту овечью гору видно, а? Сейчас я приближу. Туда можно подняться или пешком. Не знаю, 3 часа, кажется, подниматься. Или туда ходит такой поезд на таких зацепляющихся колесах. Я один раз была там. Да.
Там 2 с чем-то, не помню сколько. 2000 с чем-то высота. Бася, зачем ты голову опускала в воду? Камень доставала. Да? Камень доставала. Алиска вообще плавать хочет. Алиска плавать любит у меня. Да, со мной вместе, да? Ты любишь плавать. Ну, а это все любит. Там, значит, какие-то эти всякие кафе. И здесь еще это кафе при кемпинг-месте, ну, где парковка для кемпинга. Тут вроде как это парковка для кемпинга, там нету мест свободных. Там надо за несколько лет вставать очередь и ждать, пока кто-то отдаст свое место. И на лето я имею в виду. Июнь, июль, август. Наверное, где-то с конца июня по середину августа, вот так. Вот тут они у меня купаются. В прошлом году здесь хорошо для них. О, точно, мы сюда пойдем. А что нам там у этого Хаббарла бояться? Сюда пораньше придем. И будем тут купаться. Отлично. Тут даже лучше. Сюда придем завтра, будешь купаться утром. Сейчас я не хочу мокрая быть. Это же полотенца нет. Придется полотенце взять на прокат. Завтра можно полотенце купить. Завтра понедельник. Правда, когда мы его купим-то утром? Не, мы в отеле возьмем. Там. Она меня тащит. Вот упертая, а. Вот Колли, скажешь нет, так нет. Скажешь да. Да, Лиска, так да. Ну и Эрдель уже. Только да.